В концертном зале гостям показали документальный фильм о создании организации правозащитников труда. В послевоенные годы членами профсоюза в Кубани стали 350 тысяч человек. Сегодня их почти втрое больше. Лучших наградили благодарственными письмами и почетными грамотами. От имени губернатора региона его заместитель Анна Минькова поздравила профсоюзников, отметив, что сегодня они успешно решают остросоциальные задачи, а заложенная предшественниками база помогает в работе и сегодня. Я хочу вас всех поблагодарить, поздравить, поблагодарить за совместную работу на протяжении этих 3 лет. Сегодня у Светланы Викторовны Бессараб есть серьезный фундамент, есть хорошая прочная опора, ей есть на кого равняться. Всем членам профсоюзов я хочу пожелать здоровья, благополучия. Вы действительно сегодня печетесь о том, как живет человек труда на Кубани. Но и в ваших семьях должно быть тепло, и на вашей работе должно быть комфортно. Я вам желаю всех-всех благ. Стабильные зарплаты, рабочие места, защита здоровья на производстве – это главные направления деятельности профсоюзов. Кроме того, они предоставляют своим членам льготные путевки в здравницы и проводят обучающие семинары.